Празднику уже больше века. Инициатива учредить его принадлежит известной активистке немецкого рабочего движения Клари Цеткин. В Европе впервые праздник отметили в 1911 году. Официальной датой 8 марта объявили лишь в 1919 году и назвали его тогда Международным днем работниц. Спустя еще полвека этот праздник в нашей стране был объявлен нерабочим днем. Расскажите, пожалуйста, как собираетесь праздновать 8 марта и кого поздравлять будете? Поздравлять собираюсь маму, жену свою, дочку. Поздравил уже бабушку. У меня много женщин, поэтому поздравлять буду всех по мере возможности. Ну, а что поздравил? Ну, по желанию, там, жене костюм, дочке джинсы, что смог. Ну, а маме там цветы, такое вот, крема, все, что они попросили. Так вот и поздравил. Женщин поздравите, наших всех женщин. Ну конечно, поздравляю всех наших женщин с 8 марта. Мирного неба самое главное над головой. Ну, остальное все как-то, надеюсь, уже само придет. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Егор. Собираешься праздновать 8 марта? Да. Кого поздравлять будешь? Маму, бабушку, тетю. Приготовил сюрприз какой-то? Да, открытки, ну и цветы. Вечером будешь поздравлять или сейчас? Открытку уже маме подарила, а цветы, ну, сейчас, наверное. Изначально хочу поздравить всех дам республики, в том числе и вас. Великий праздник, ну, первой так называемой республики, сформировавшейся. Хочу поздравить девочку свою, Екатерину Валерьевну Лукьяненко. Спасибо ей большое, что полтора года назад она вошла в мою жизнь, очень сильно мне раскрасила, очень сильно облегчила мою жизнь. Спасибо тебе, солнышко. И, ну, а вы говорили рассказать, как буду поздравлять. Вечером ужин, ну, с вечером, ну, ароматизированные свечи, вино хорошее возьму, наверное, тортик, коробку конфет. Ну, а дальше подарок, хай сама убирает. Что пожелает, то и подарю, что нужно.